Добрый день, господа. Представляем позицию вешалка органайзер. Представляет она из себя вот такое вот устройство с контейнером для антимоли. То есть очень удобно. Весной и осенью можно сюда закладывать антимоль и защелкивать. Так, каким образом она работает? Повесили ее на перекладину. Надели вешала. И когда они уже заполнены, убираем один край и получаем вот такую вот картину. То есть место занято 20 сантиметров, у вас занято 2-3 сантиметра в вашем шкафу. Очень удобно, очень компактно. Всем удачных продаж.